сопротивление, немедленно проследуйте к ближайшему приемнику. Обещаю, с вами ничего не случится. Обещаю. Члены сопротивления, пройдите в VIP-зону ближайшего к вам приемника для принудительной коррекции поведения. Будет весело. Очень. Не бойся, видишь? Это я. Привет. Мне пора. Держи, надевай домой. Он у меня типа безразмерный, так что... Спасибо! Это перебор, устроить праздник в честь нас. Мы же не совершали подвигов уже... годы? Вдруг все думают, что мы вышли в тираж? О, вдруг мы и правда вышли в тираж? К счастью, сегодня геройствовать нам не придется. Если не считать вымученных улыбок. Да. Так, давайте все вместе представим ведущих нашего парада Рэтчета и Кланка! Вести это шоу буду я, капитан Коперникус Лесли Обязательно всем рассказывать. Подарок? Мне?
честь его? О, скоро увидишь. Он дожидается нас на головной платформе. Что ж, тогда не будем тянуть время. Началось на планете Белгин, где жила Рэнчер. Неуемный изобретатель с жаждой приключений. Тем вечером с неба нежданно рухнул корабль-кланка. Рэнчер спас дефективного робота. А что было потом, вы уже знаете. По-моему, это не часть представления. Ой, пули настоящие! За нас назначили награду? Надеюсь, это не из-за моего подарка. Скорее, нужно добраться до головной платформы. Магнитные ботинки! Не придется, а? Наверняка за этим стоят Бларки или Крагмиты, или... Доктор Нефариус. Да не! Нефариус вышел в отставку еще раньше нас! Можно перелететь.
десантный корабль. В истории нашего героя. Рэтчет, последний из ломбаксов, чьи родичи затерялись в другом измерении, получит таинственный подарок от Кланка. Я подготовил речь, но поскольку мы, кажется, подверглись нападению, перейду сразу к сути. Рэтчет, не знаю, где бы я был, если бы не ты. Ты мой ближайший друг, мой напарник. И ты многим пожертвовал. Я починил измеренитель. Ты сможешь отыскать измерение, куда ушли твои родные. О, дружище, я... Что? Доктор Нефариус? Рэтчет и Кланк! Какой чудесный сюрприз! Не ожидал вас здесь увидеть. Потому что мои громилы должны были вас уничтожить 8 минут назад! Оу, что тебе нужно, Нефариус? Да! Неужели так трудно напечатать инструкцию? Отбить измеренитель у доктора Нефариуса! Да, и поскорей. Он наверняка опять задумал что-то гадкое. Подумал, что Нефариус не упустит такой шанс. Не кори себя. Зато все как в былые деньки. Пойдем. Кажется, Нефариус приземлился где-то рядом с вокзалом. О, миссис Зуркон. Надо вооружиться. Нужно оружие. У миссис Зуркон его полно. Визуализируйте траекторию, а если торопитесь, давите сразу так!
выбор. Я вижу еще отряд! Измеренитель, Нефариус! Бросай, измеренитель! Ага, сейчас! Сегодня вы узнаете, каково проигрывать! Намекну! Утомительно! Вот только разберусь с этими координатами! Скажите пока! Произошло? У нас небольшая проблема. Мост разломали! Нужен другой путь на ту сторону! Разломы реагируют на фазовый кварц в перчатке. Попробую навести на разлом. Да, эта штука нам точно пригодится! Как тебе моя попутка? Интересно, сколько Нефариус им платит? Явно недостаточно. Нефариуса.
Нужно как-то туда попасть. Такси с той стоянки проходят прямо рядом с ним. Значит, сейчас будем ловить тачку. Слушай, а когда ты успел переделать измеренитель? У меня есть подписка. И я знаю, что ты всегда мечтал отыскать других ромбоксов. Мы можем отправиться к ним вместе. О, я оценю твою заботу, но... Давай сначала отберем его у Нефариуса. Не понимает, что творит. Что это? Эй! Ты за покупками или просто хочешь быть в курсе новинок? Эта вещь станет тебе прекрасной. Неужели спустя столько лет он взялся за старое, просто чтобы опять попытаться захватить вселенную? Да! Но он уж очень хорошо подготовился! Молодец, Рэтчет. Без тебя я бы не справился. Ну ладно, теперь займемся Нефариусом. Опять вы? Зачем я нанял этих неумех? Отпустил помощников в декретный отпуск, и вот результат. Скорее, иначе он с измеренителем такого натворит. Нужно ослабить его защиту. Жабы, это неприятно. Получай, Нефариус! Ха-ха! Да! Беги от меня!
Он целится в нас. Его защита ослабевает. Амибоиды. А это что он откуда взял? Сегодня осуществит мой грандиозный план. Он безупречен, идеален. И ничто меня не остановит. Сколько раз мы уже это слышали? Возьми. Нет, это не важно. Сегодня будет последний. Все очень плохо. Ну уж точно нехорошо. Класс! Где это мы? Не знаю. Отправляйся на дно! Сколько у тебя рук? Чудище! Это что за уловки? Прочь с моего корабля, гнусная тварь! Готовься к поражению! Рэтчет, измеренитель! Рэтчет? Ой-ой. Моя рука. И... нет. Измеренитель, он... Что я наделал? Что ты наделал? А ты кто? Кое-кто со множеством вопросов. Давай-ка прокатимся. Постой, мне нужно найти друга. Где это... Это я! Сработало! Сработало! Я победил их! Император Нефариус, вы уже вернулись из похода? Да! Император!
Куда я попал? Где же ты, Кланг? Может, кто из местных его видел?